Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 8 на странице 103 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Какая линия лишняя? Давайте посмотрим. Первая линия у нас замкнута, а все остальные линии не замкнуты. Значит, лишняя первая линия. Она замкнута. А все остальные линии не замкнуты. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.